2435 плейлистов создано на моем канале на утро 10 октября 2024 года. И эту информацию предоставил сам YouTube, что является весьма даже замечательным, потому что посчитать такое количество плейлистов самостоятельно практически невозможно. Но дело в том, что сейчас это и не нужно делать, потому что на YouTube существует агрегатор, который обрабатывает данные и выдает уже готовую информацию о количестве созданных плейлистов, избавляя тем самым от ненужных хлопот, сберегая время и, самое главное, сохраняя нервы. Ведь врачи говорят, что нервные клетки не восстанавливаются. Поэтому это весьма полезный агрегатор, сберегающий, сохраняющий нервы, да? Я часто использую данную информацию с этого агрегатора. Поэтому искренне благодарен YouTube за то, что у него есть этот агрегатор.